В Доме правительства Республики Татарстан прошло совещание по созданию в республике полилингвальных образовательных комплексов. В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Миниханов, государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, ректор КФУ Ильшат Гафуров и представители различных структур власти. После совещания состоялась пресс-конференция. На ней выступили государственный советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Фонда возрождения Минтимер Шаймиев, министр образования и науки Рафис Бурганов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Правительством планируется постройка 6 полилингвальных центров по всей республике. Обучение будет проходить на русском, английском и татарском языках. Для реализации такого проекта необходимы вклад КФУ. Заканчивая университет педагога, я в данном случае говорю, и специалисты, да, они же будут иметь федеральный диплом, федеральный университет, который является топовым. Сейчас они же уже в число топовых университетов начинают попадать и отстаивать или закреплять свое место. А это огромное, значит, достижение. В таких школах требуются педагоги, подготовкой которых и занимаются высшие учебные заведения. Для университета это очень выгодный проект, поскольку, с одной стороны, я думаю, из этих комплексов к нам поступят очень талантливые абитуриенты в будущем. И, с другой стороны, все-таки создание новых комплексов дает возможность нашим выпускникам уже, которые обучаются по педагогическим направлениям, достаточно хорошо трудоустроиться для того, чтобы суметь реализовать собственные амбиции. Казанский федеральный университет как центр ответственности за подготовку учителей в полилингвальной образовательной среде выбран не случайно. Напомним, что для ознакомления с возможностями университета 19 марта Минтимер Шаймиев посетил КФУ, крупнейшую в стране площадку по подготовке педагогических кадров, где стал свидетелем использования современных технологий и инновационных учебных программ. Мы готовим уже сегодня на полилингвальной основе не только учителей, которые могут работать в наших национальных школах, то есть учителей, которые могут преподавать в том числе и предметы, а не только татарский язык, литературу на татарском языке. Но у нас сегодня уже готовятся люди, которые могут преподавать и биологию, и химию, и физику на английском языке. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз.